МВД Почувашии разыскивает сбежавшего из колонии поселения в Алатыре заключенного. Его отсутствие заметили 15 августа на рабочем месте. Александр Ладин был осужден в феврале 2015 года на 8 месяцев за нанесение побоев и применение насилия. Он имел право свободного перемещения. Ладин родился в 1967 году в Нижегородской области, до осуждения проживал в Чебоксарах. Ранее был судим. МВД Почувашии обращается к жителям республики. При наличии сведений о местонахождении Ладина сообщить по телефонам, которые вы видите на экране, 02-6205-91 или дежурная часть 39-08-50.